Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарано Дайам Гопи Джано Самаюктам Винда Банам Манухарам Ванша-калпа-тару-ваша-кипа-синду-бе-вача Патитананг-павуне-бха-вайшна-ви-бхё-намо-намаха Мукаң-кару-ти-ва-чаланг-пангунг-ланг-хайта-гирим Ят-ки-па-тама-ханг-ванде-парамананда-мадвам Бриндавай-тулси-де-бай-пи-я-вай-кеса-васа-ча Сна-бхакти-паде-деви-сатта-баттвай-намо-намаха Нараяна-намаскитта-нарунча-ива-нараттамам Девинг-сарасватинг-вясам-тато-жайо-мудире Саңкиртане-кришна-катхо-падеше Гаури-я-патрасья-пракасане-ча Садануракта-гуру-бхакти-юкта Бхакти Прамодакша Джагод Барану Дейям Сада Парибхабагнам Абиштадухам Тирдхас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Бхитатихам Панатопал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Биспури-джитакима-пикапа-вадушва-дарши Пурна-нурагара-сасагара-сарамурти Сарадхика-мухи-када-кипам-караш Сри-кришна-чайтанна-правунитта-ананда Сиаддвайта-вададхара-сивасадихи-гаура-бхакта-винда Сри-кришна-чайтанна-правунитта-ананда Сиаддвайта-гададхара-сивасади Гаура-бхакта-винда Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Аджануламбита-бхужау-канука-бодату Саңкиртанай-капитару-камала-йотакшу Вишамбару-дижабару-югадхармапалу Банде-жагат-прия-кару Каруна-бхатару Харе Кришна, Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дипа Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавануруппенна садханаранам Ганга таранга рамания джата калапам Гаури нирантара вибушихи тобам бхагам Нараяно приямананга мада пухарам Варанаси пурапати бхаджави санатам Ваги-са-джуш-шо-бадане Лакшмир-джас-са-ча-вакшаши Джас-я-сти-хи-дэ-самбид Твам-ни-шинга-махам-бхаджи Харе Кришна, Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе 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 Рам, Харе Рам Раму Раму Хари Хари Кайвалла наркаяте, тидаса пура каса пуспаяте,
дурдантендрио кало сарпапатали пратхато дангстраяте бидхи махандаддишча китаяте жат коруна катакша вайбаватам тангоуро мейвастамаха. Кайвалла наракаяте тидаса пур акаса пуспаяте дурдантендрио кало сарпапатали пратхато дангстраяте бидхи махандаддишча китаяте жат коруна катакша вайбаватам тангоуро мейвастамаха. Гаудия Гоштхипати, Шри Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, Парамахамса Джагадгуру сказал, все противоречия были аватара Гауранги примирила все противоречия. В этом материальном, поразительном мире мы видим, что «да» приравнивается к «нет», а «нет» означает «да». То, что благоприятно, становится неблагоприятным. Но в отношении Бхагавата-таттвы, в особенности применимо к Рамачандре, Кришне, что же говорить о Гауранге. То есть Кришна-аватара не могла, то есть Кришна не мог примирить все так, как это сделал Гауранга. Он был вынужден прибегнуть к оружию. Но Гауранга разрешил все, все противоречия. Все противостояния были разрешены золотой аватарой Гауранги. Кришна аватара, Бхагавата аватара, Гауранга аватара. Гауранга аватар, так же как Кришна, действует как человек, в точности. Особенно Нанда-Нандана Шри Кришна действует как обычный мальчик. Мы видим, что сам Кришна прибегает к оружию, но Нанда-Нандана Шри Кришна этого не делает. В его руках лишь флейта. Когда-нибудь мы поговорим, как возможно, что, к примеру, Бхагаван Шри Кришна, будучи младенцем, победил Путану. Он сделал это без всякого оружия. В этом его сладость. Кришна лила сладостно. Именно по той причине, что Кришна подобен человеку. Когда он был ребенок, когда он являл лилу новорожденного, он был в точности как обычный ребенок. Так что все чувствовали особую привязанность к нему, как к настоящему младенцу. Когда было необходимо, йога майя разрешала все возникшие проблемы. В читании Чаритамрите приведен этот стих. It is clearly written
который ясно свидетельствует о том, что Кришна не собирался убивать демонов. И он этого не делал. Он постоянно занят играми с гопи, с браджаваси. Он ни о чем не беспокоится. Он лишь играет. Кришна — Сваямруп Бхагаван. И поэтому из него исходят все аватары. Рам, Нрисинга, Вараха, Вишну присутствуют в Кришне. Поэтому, когда появляется необходимость, Вишну, который находится в Кришне, убивает демонов. А мы думаем, что это делает Кришна, но в действительности все это дело рук Вишну. В Матхуре есть божество Дирга Вишну. Если вы зайдете в храм, вы увидите черное божество и белое божество Варахи. А затем, когда пройдете внутрь, увидите Дирга Вишну. В Матхура Махатме сказано, что когда Кришна собирался убить Камсу, это был не сам Кришна, а Вишну, который принял огромную форму. В то время Кришне было всего около 11 лет. И в это время он покинул Вриндаван. Хотя мы знаем, что Кришна никогда, никогда, никогда не покидает Вриндаван, говорит Джива Госвами Пад. Но с внешней точки зрения, для того, чтобы осуществить определенные лилы, он вынужден поехать в Матхуру. Итак, Кришна и Баларам в Матхуре. И это самое божество Дирга Вишну. Это божество Кришны, который схватил Камсу и стаскивает его вниз. Сама по себе лила Кришны очень сладостна. Но и Мадхурья, сладость, является главенствующей в лилах Кришны. Кришна притягивает все живые существа, в том числе растения, деревья. Поэтому лила Кришны называется Мадхурья Прадан. А Ударья также присутствует. Как пишет наш Рупа Госвами Пад, кроме Кришны, кто, кроме Кришны, раздавал прему даже растениям? Ни одна из аватар Господа не делала этого. Но исключением является Гауранга аватара. Вчера я хотел дать вам указание на то, насколько редка Гауранга аватара, насколько редко она приходит. С такой щедростью, с открытым сердцем он распространяет прему.
Что такое аударья? Когда сердце щедрость, когда милость распространяется всеми, каждого, без разбора на то, кто достоин обрести ее, а кто нет. Такое явление необычайно редко. Гора аватара превосходна. Ее невозможно сравнить ни с какой другой аватарой Господа. И в аватаре Гауранги лидирующей является аударья. Сладость также присутствует, но она уже занимает вторичное положение. Те, кто по-настоящему разумны, могут осознать, основываясь на астрономических подсчетах, насколько редко приходит Гауранга аватара. Один Брахма, сколько он длится? Один-единственный день. Итак, Сатья, Трета, Двапара, Юги, и затем наступает Кали-юга. Они образуют собой Четур-югу. Сатья-юга длится 4 лакха 32 тысячи лет. А Кали сейчас только начался, век Кали. И мы видим, вот, то есть Кали только начал свой век, но мы уже видим, насколько серьезные изменения произошли. Что будет спустя несколько лакхов лет? Посмотрите, сейчас уже никто не хочет совершать харибаджан, все осквернено. Что же будет дальше? Простите, я ошиблась. 4 лакха 32 тысячи лет длится Кали-юга, а не Сатья-юга. Если мы умножим на 3, на 2, то получится длительность Трета-юги. Если еще умножим это количество лет, получится длительность Трета-юги. То есть длительность сати-юги составляет, умноженное на 2, количество лет трета-юги. Нам сложно почитать количество четур-юги, одной четур-юги. А я говорю о 72 четур-югах. 71. Представьте, сколько длится одна четур-юга. Так вот, умножьте на 71 четур-югу. Вы знаете Ману Махараджа? Так вот, 71 четур-юга составляет длительность его правления. Как только проходит 71 четур-юга, к правлению приступает другой ману.
Таким образом, 14 ману сменяют друг друга. 14 ману can go away from this man. Then Brahma one day. И проходит таким образом один день Брахмы. С ума сойти можно. Один день Брахмы. That's why you can remember when Revok Raja, you can feel enjoyment. Revok Raja. So I like to represent you this, you know, very secret thing that is called relative. Relativity. Theory of relativity discovered by Einstein. But we are foolish. When we are thinking about time, we когда мы думаем о времени, мы особо не вдаемся в... То есть, когда Эйнштейн размышлял о времени, он был поражен. Настолько это глубокое понятие. Этот мир относителен. Куда бы вы ни пошли, в какую часть света ни отправились бы, все здесь относительно. Так вот, один замечательный пример. Ревот Раджа со своей дочерью отправился к Брахме и попросил его: «Пожалуйста, укажи мне, кто подходящий кандидат в мужья для моей дочери. Я не могу найти никого, кто бы подошел ей». То есть он отправился на Брахмалоку. Когда он прибыл, Брахма был немного занят. У него проходило какое-то собрание, поэтому Ревот Раджа был вынужден ждать. Когда Брахма освободился, он спросил, в чем дело, почему, по какому вопросу ты прибыл сюда. И Ревот Раджа объяснил причину своего прихода. «Моя дочь так прекрасна. Она обладает такими замечательными качествами, что я не могу найти подходящего человека в мужья ей». И Брахма рассмеялся. «Ты прибыл сюда, на Брахмалоку, но пока мы с тобой разговаривали, прошли уже Сатья, Трета-юги». Ревот Раджа жил в Сатья-югу. Пока он разговаривал с Брахмой, прошли уже две юги. Можете себе представить? Если ты сейчас вернешься, сказал Брахма, ты поймешь, что уже практически конец Двапара-юги. Если ты будешь искать в то время жениха для нее, он будет маленьким, а Ревати высокая, потому что в Сатья-югу люди были гораздо выше, чем в последующей юге. А мы сейчас, наша жизнь настолько коротка, это настолько короткий промежуток времени. Итак, я только что сказала о 14 манвантарах. Когда 27 четырёх проходит, приходит. Аватара Кришны.
seventh Manu also he is enjoying 71 Chaturyuga, 71 Chaturyuga. Within that, 27 Chaturyuga gone. То есть когда проходит 27 Чатурюги, Chaturyuga, and then 28 Chaturyuga, Shatayuga gone. На 28-ю югу, когда проходит сатья, трета и к концу двапара-юги приходит Кришна, нанда-нанда нашри Кришна. Вы можете себе представить это? Сейчас, в действительности, совсем недавно закончилась двапара-юга. И вы настолько удачливы, что только закончилась двапара и началась кали-юга, а мы приняли рождение. Вы приняли рождение в это время, потому что Шри Кришна принимает рождение в определенную чатур-югу, нанда-нанда Шри Кришна. И рождается. А, то есть и мы родились тогда, когда в ту чатур-юга, когда приходит Гауранга Махапрабху. То есть когда Бхагаван Нананда Шри Кришна приходит, сразу же после него приходит Гауранга Махапрабху. И точно так же вы можете понять, насколько редок приход Гауранги Махапрабху. Сейчас кали-юга длится около 5500 лет. И у нас есть уникальная возможность обрести милость золотой аватары Гауранги Махапрабху. Представьте, насколько редко. Если вы сможете это осознать, я на 100% уверен, вы не будете тратить впустую даже долю секунды, гоняясь за деньгами и так далее. Как я говорил утром, Гор Нитьянанда, Вишай Виграха. Тем не менее, они являются воплощением Ашрая Виграхи, Ашрая Виграха Лилы. Для того, чтобы обучить нас, преподнести нам урок, Вишая Виграха напрямую изменить нас не может. Это возможно лишь при помощи Ашрая Виграхи. Утром мы говорили о том, насколько замечательно все противоречия разрешены Гаурангой Махапрабху. Разрешение всех этих противоречий было невозможно. Кришна Аватара не мог разрешить эти противоречия, но Гауранга Махапрабху сделал это. Мадхава Ачарья давал одну философию, Рамануджа Ачарья другую, Шанкара Ачарья третью, Шуда Двайтаваду, Мадхава Ачарья давал. И между ними возникали противоречия, которые были замечательно разрешены Гаурангой Махапрабху. В учении Мадхава Ачарья существует понятие «бхеда-обед». В
кто-то может задать вопрос, почему Махапрабху принял именно линию Мадхавачарьи? Он же мог бы прийти к линии Рамануджачарьи. Первая причина заключается в том, что Мадхавачарья обладал особой любовью к Гопал Виграхе, к божеству Гопала. Рамануджачарья также любил, но тут присутствовала особенность. Мадхавачарья заключил, что Виграха и Бхагаван не отличны друг от друга, и Виграха вечна. В этом стихе содержится понятие бьеда-бед. Прити означает любовь. А садья — это то, к чему мы стремимся, что мы желаем обрести при помощи бхаджана. Для чего я совершаю садхану? Для того, чтобы достичь конечную цель — садхью. И Мадхавачарья ясно заключает. Что наша конечная цель — это према к Бхагавану. Нет премы — нет разрешения всех противоречий, всех проблем. Если вы будете при помощи денег, при помощи цветов поклоняться Кришне невозможно. Ему можно поклоняться лишь при помощи мантры Кама Бидж. Кама Гайтри. Кама Бидж. То есть для того, чтобы поклоняться Кришне, нужна лишь любовь. Ни цветы, ни плоды, ни деньги. Даже, может быть, какая-то преданность, но подлинной любви может и не быть. Так вот, она необходима. Та любовь, которой обладают браджаваси, необычайно редка. И Кришну невозможно удовлетворить, не следуя по стопам браджаваси, не следуя тому процессу, которому следует браджаваси. В противном случае, пример с Мирабай. Она была настолько возвышенной, что сам Кришна вынужден был явиться перед ней. Тем не менее, она не смогла обрести Гиридхари Лала. Всю жизнь она совершала киртан, она поклонялась, писала стихи Гиридхари Лалу, Нанда-Нандана Кришне. Она всю жизнь посвятила этому, постоянно. Она поклонялась Кришне, но так и не смогла достичь Гиридхари Лала. Просто потому, что она не была готова следовать Радхарани и Браджаваси. Почему по сей день Лакшми Деви совершает аскезы? Почему до сих пор она не достигла успеха? Почему она не достигла того, к чему стремится? Потому что она считает, что до сих пор она ей присуща. То есть она думает, что она богиня всех богатств и не может из-за этого следовать браджаваси. Она достигла успеха. Мирабай достигла успеха в Двараке. Она вошла в божество Дваракадиша. Она зашла в храм, двери захлопнулись, и она вошла в божество. Никто после этого ее не видел. То есть она была настолько возвышенной и преданной, тем не менее она не смогла обрести
лотосные стопы Гиридхари Лала. Она пела эту песню. Мой Гиридхари Лал, нет никого равных тебе. Тем не менее, она не достигла его лишь потому, что она не следовала Радхарани. Итак, в чем совершенство золотой аватары Гауранги? Совершенство в том, что в нем присутствует Шримати Радхарани, ее бхава и цвет ее тела. До последнего своего мгновения в этом мире Гауранга Махапрабху являл уникальную лилу в Гамбире. Он и до последнего момента в этом мире он проявлял различнейшие бхавы. Порой он чувствовал себя слугой Кришны. Здесь, в Гаурадхаме, если в деталях рассказывать, вы увидите, что рассказывайте жизнь, о жизни Махапрабху. Мы видим, что порой Махапрабху чувствовал себя преданным и плакал по Господу в глубоком смирении. Порой он воспринимал себя, то есть он показывал себя как Господа. То есть он менял свои бхавы, порой показывая себя преданным как преданного, а порой как Верховного Господа. Но приняв саньясу, он начал являть Манджари Бхаву, Сакхи Бхаву и Рада Бхаву. Впоследствии мы будем разбирать, где и когда он ее проявлял. Итак, если кто-то задаст мне вопрос, я хочу вкратце узнать о учении Чайтаньи Махапрабху. В двух словах, чему учил Чайтанья Махапрабху? В ответ на это вы должны произнести этот стих. Эти несколько строк описывают приход, смысл прихода Махапрабху. Как Шримад Бхагаватам, 18 тысяч шлок Бхагаватам содержится в четырех шлоках Бхагаватам. Это четыре основные шлоки Бхагаватам. В которых содержатся все 18 шлок Шримад Бхагаватам. Это как семя баньянового дерева. В одном маленьком-маленьком семечке содержится огромнейшее баньяновое дерево. То есть из него произрастает баньян. Есть много ботанических садов. Если вы туда пойдете, вы увидите, что там деревья, которым более 1000 лет. И они
Таким образом, баньяновое дерево в скрытой форме находится в маленьком семечке. Итак, 18 тысяч шлок присутствуют в этих четырех шлоках. Знаете, что такое Аштакалия Лила? То есть на протяжении... Это объяснение 20... Что делает Кришна на протяжении 24 часов. И Рупа Госвами в четырех строках объяснил все Аштакалия Лила. А Кришнадас Кавираджа Госвами написал целую книгу. И также Кришна Бхаванамрита написано, основываясь на этих четырех строках. Итак, Мадхвачарья проповедовал беда-обед, но то, что... Но, в общем, читание Махапрабху смог примирить все кажущиеся противоречия между четырех, возникшие в, между четырьмя сампрадаями, изначальными сампрадаями. Итак, как же уникальна аватара Господа Чайтанья. Ей нет подобных. Она настолько, эта аватара настолько превосходна, что можно с ума сойти, размышляя о ней. Когда Махапрабху являл лилы в город Хаме, в действительности он вечно присутствует здесь. А город Хама не отлично от Вриндавана Дхама. Я постоянно повторяю это. Чистые гаудия преданные обладают прямым осознанием этого. Они знают, что Вриндаван не отличен от города Хамы. Не только потому, что Махадев сказал об этом Парвати, когда Парвати спросила, кто такой Гор и что такое Навадвипатхама? Где это? Надо помнить о том, что Парвати Деви является Шакти Махадева. Она оставляет тело и рождается вновь. А Шанкар Бхагаван — это Махакау. Санкаршан разрушает, но также Махадев. Итак, Махадев говорит Парвати. Радха и Кришна, которых ты знаешь, есть Гауранга Махапрабху. Когда они объединятся, появится Гауранга Махапрабху. Он приходит. В материальном мире, когда мужчина и женщина влюбляются друг в друга,
Любовь между ними настолько сильна, они обнимаются с такой силой, что кажется, что превращаются в одно целое. Но, тем не менее, их объединение невозможно. Хотя они этого и хотят, но они остаются двумя разными личностями. Но в отношении Радхи и Говинды со временем, завтра, послезавтра, мы будем в деталях говорить об этом. В Гора-лиле Гуранга Махапрабху смог изменить умонастроение Джагай и Мадая, что практически было невозможно. Итак, Радха и Кришна, которых мы знаем, объединяются и приходят как Гауранга Махапрабху. Он приходит в Навадипатхаму, в Гаурадхаму. Чистые преданные обладают прямыми осознаниями этого. Почитайте Гора Кишора Ставу, что написано там в прославлении Гора Кишора Дасбабджа Махараджа. Или Бхактивинода Такур пишет «Гора Враджа Мане». В этих строках говорится, что нельзя различать Гора-дхаму от Вриндавана-дхамы. В действительности это одно и то же. Навадвип-лила — это в действительности дополнение Кришна-лилы. Это как Учиштха, как Махапрасад Кришна-лила. Без Гора-лилы мы не сможем понять Кришну-лилу. Кришна-лила настолько сложна, что ее очень легко понять неправильно. Именно поэтому в Чайтанья Чаритамрите сказано, что когда Кришна захотел покинуть этот мир, он подумал, я пришел в этот материальный мир и совершал здесь лилу, но большинство людей так и не смогли меня понять. Они не поняли, почему я совершаю раса-лилу. Они считали это чем-то непристойным. Кришнадас Кавирадж Госвами пишет, что как только Кришна покинул этот мир, он начал размышлять. Я совершил здесь, в этом мире, такую замечательную лилу, но люди так и не поняли ее. Так как же им объяснить совершенство этой лилы, раса-лилы? Мне придется прийти вновь. Я приду уже с другим цветом тела. Я приму Бхаву Радхарани и объясню людям совершенство раса-лилы.
Итак, Гауранга аватара уникальна. Даже во время Навадвипадхамы Махапрабху уже раздавал столько милости. Даже обычный швея, он был мусульманином, который работал на Шривас Пандита, получил прему. В один день он получил прему, лишился сознания. То есть все преданные Гауранге, все преданные Гауранге обрели, распространяли прему. Что же говорить о самом Гауранге? То есть Махапрабху через своих преданных распространял прему. Порой он напрямую раздавал ее, а порой через своих преданных. Нитьянанда, Харидас, все они раздавали прему. Гауранга Махапрабху изменял ума настроение даже демоничных людей. Он размышлял: «Я пришел сюда для того, чтобы изменить людей, но они восстали против меня. Они критикуют меня, они противостоят мне». Кто-то из людей сказал: «Кто такой Нимай? Давайте соберемся и забьем его». Гауранга был поражен, узнав об этом. «Я пришел сюда, чтобы разрешить проблемы этого мира, проблемы людей. Но я хотел дать людям благо, принести им освобождение от материальных болезней, от материальной болезни, но они не могут этого понять. Они лишь все больше ненавидят меня. Они видят во мне врага, завидуют мне. Что же делать? Нет другого способа, сказал он Шривасу, кроме как принять саньясу. Поскольку если я приму саньясу, даже те, кто сейчас воспринимает меня как своего врага, пересмотрят свое мнение обо мне и начнут уважать меня. Те, кто критикуют меня, те, кто хотят избить меня, те, кто спорят со мной, когда я приму саньясу, я буду ходить от двери к двери и просить всех и каждого повторять святые имена. Не было пандита во всем мире, который мог бы победить Гаурангу Махапрабху в споре. Даже вспомните случай с Кешава Кашмири. Это был выдающийся среди пандитов Дигвиджай пандит, который собирал сертификаты повсюду ото всех, кого победил. То есть подтверждение тому, что он победил в споре. По милости Сарасвати, никто не мог победить его. Но когда он прибыл в Навадвипу, чтобы сразиться с Нимаем, в то время Навадвипа была наряду с Митхилой и Варанаси образовательным центром. Главными образовательными центрами были эти три места. Навадвипа, Митхила. Митхила
Митхила — это место рождения Ситы Такурани. Там правил Джанак Махарадж. И Варанаси. Три центра образования. И если кто-то хотел получить высшее образование, необходимо было ехать на Навадвипу. Итак, однажды Гауранга сидел на берегу Ганги, и мимо проходил Кешава Кашмири. Взглянув на него, он спросил: «Кажется, ты Нимай». Да, со смирением ответил Гауранга Махапрабху: «Я слышал о твоей славе, слышал, что ты обучаешь грамматике детишек». То есть он тем самым свысока насмехался над Гаурангой. «Ты знаменитый детский учитель, учитель детей». На протяжении всей лилы Гауранга Махапрабху не хотел никого оскорблять. Без сражений он менял людей. Кешава Кашмири был очень высокомерен. И Махапрабху сказал: «О, я слышал твое имя, хочу что-нибудь послушать от тебя». А тот ответил: «Ну, ты же еще совсем ребенок, что ты можешь понять, что я могу сказать? Ну, что ты хочешь услышать? Я бы хотел послушать прославление Ганги от вас». «Хорошо», — сказал Кешава Кашмири и начал, как ветер, со скоростью ветра, прославлять Гангу. Равана тоже считал себя великим пандитом. Он был трижды в день, он поклонялся, совершал арати Шанкар Бхагавану. И каждый раз он новые стотры составлял во время своего поклонения. То есть он пел то одну стотру, то другую, то третью. Он сочинял их на ходу. Если я покажу вам, то есть если я стотру Равана, которую он сочинил, предоставлю какому-нибудь пандиту, выдающемуся пандиту, он даже прочитать это не сможет, настолько высокий слог там использовался. Санскрит на самом деле настолько сложен, что для того, чтобы одно слово какое-то произнести, нужно правильное дыхание. Если вы совершите малейшее отклонение, то слово, значение слова будет противоположным. Ничего не понять будет. Только великие преданные, которые наделены могуществом энергии Гуру Варги, могут цитировать, могут воспевать такие стихи. How you can read
В пятой песне Шримад Бхагаватам есть такая шлока, которая длится очень длинная шлока. То есть суть в том, что ее нужно произносить на одном дыхании. Это практически физически невозможно. Так вот, Равана был таким пандитом, что мог написать и прославить при помощи таких стотр, что никто не мог этого повторить. Так, Кешава Кашмири завершил свое прославление, и Махапрабху с восхищением сказал: «Прекрасно! Сейчас я бы хотел услышать объяснение какой-нибудь из шлок». «Какой именно?» — спросил Кешава Кашмири. «Вот такой-то», — повторил Махапрабху. «Как это запомнил ты?» То есть он со скоростью ветра их тысячи-тысячи шлок произнес, но Махапрабху запомнил и легко ее воспроизвел. Тот был поражен. Как ты смог ее запомнить? Я так быстро все повторял, так быстро прославлял. Ты сделал это по милости Сарасвати. Ну, может быть, и мне тоже кто-то помогает. То есть ты можешь прославлять, а я как-то смог запомнить. Не мог бы ты объяснить? Что толку тебе объяснять? Ты совсем молодой, обучаешь детей. То есть что ты знаешь о аланкарах? Аланкар — это различные украшения на санскрите. То есть в украшении... Санскрит подобен танцу. Аланкар — это очень важный раздел в санскрите. Можно просто написать, а можно написать так, что вы прочувствуете все, о чем говорится. И Кешава Кашмири говорил: ты же ничего не знаешь о аланкарах, ничего не знаешь о высокой грамматике санскрита, что ты сможешь понять? И Махапрабху подтвердил: да, действительно, я особо-то и не изучал санскрит, но тем не менее я обнаружил 4 недостатка в этом стихе. Кешава Кашмири поразился: какие ошибки? Я не мог совершить ни одной ошибки. Махапрабху ответил: ну, если вы не возражаете, то я укажу вам на них. Итак, одну за другой Махапрабху назвал эти ошибки. Бхавани Варта. Бхавани. Бхавани означает, что ее это жена Шанкары. Почему же ты так говоришь Бхавани Варта? А Варта — это имя мужа. То есть...
Абхава, жена Шивы, но ты так говоришь, как будто бы у нее есть какой-то другой муж. Это неправильно. То есть Бхаванивартха использована здесь неправильно. Итак, он, Махапрабху, указал на четыре недостатка этой шлоки, и пандит занервничал. Тогда Махапрабху сказал, ну тогда что-нибудь еще расскажи. Но Кешав Кашмири уже не мог ничего говорить. А студенты, ученики Махапрабху засмеялись над Кешав Кашмири, но Махапрабху остановил их. Сегодня, наверное, ты очень устал, отправляйся домой, а завтра мы вновь можем встретиться и будем рады услышать твою поэзию. Когда Кешав Кашмири пришел домой, все это время он чувствовал, что Махапрабху оскорбил его. Но он не знал, что Махапрабху является верховной личностью Бога. Придя домой, он начал молиться Сарасвати. Ты решила унизить меня перед этим мальчишкой. И во сне Сарасвати явилась к нему и сказала: «Это же Верховный Господь Гауранга, как я могу проявлять свое могущество перед ним, перед моим мужем, Верховным Господом? Он мой пати, мой муж. Он Верховный Господь, и ты необычайно удачлив. Отправляйся утром к нему и прими его прибежище». И ранним утром он прибежал к Махапрабху, припал к его стопам, сказал: «Я знаю, что ты Верховный Господь». Махапрабху, улыбнувшись, сказал: «Посмотри, при помощи знания, образования, то есть образование, знания лучше использовать в познании Господа. Наше знание не для того, чтобы спорить друг с другом, не для того, чтобы ходить по миру и побеждать всех, показывая всем свое превосходство». Махапрабху обнял его, и сердце этого глупца изменилось. Прежде он ездил на слонах, а теперь он отказался от всего и стал подобно нищему. Итак, Махапрабху проливал милость. В этом его особенность. Кришна не дал прему Камсе, но Махапрабху даровал прему мусульманскому правителю Кази. Махапрабху не прибегал к помощи оружия. Его руки были пусты, лишь санкиртана была с ним. Кази, мусульманский правитель, не позволял совершать санкиртану в той области, где он правил. Местные жители жаловались: «Мы не можем толком спать, они с утра до вечера поют, танцуют». Пожаловались правителю, сказали, чтобы он принял меры, чтобы они могли спокойно отдыхать. И так каждый день приходили жители к Кази. И тогда Кази стал отправлять своих посланников, которые просили остановить киртан Махапрабху. Однажды даже сломали мридангу.
преданные пришли к Махапрабху и сказали о случившемся Махапрабху. «Кто такой Кази?» — удивился Махапрабху. «И пойдемте все к нему». Даже Шривас Пандит испугался, боялся, испугался случившегося, то есть испугался ситуации. Прабху, полицейские могут арестовать нас. Да, Махапрабху сказал, кого ты боишься, Шривас? Чего ты испугался? Махапрабху широко распахнул двери и сказал, кого ты боишься, я с тобой. И все Нитьянанда Прабху, Харидас Такор, все собравшись, даже местные жители Навадвипы приняли участие в этом шествии, в этой санкиртане, в этой процессии. Люди взяли факелы. В карманах было ги, и они заливали его факелы, чтобы они горели. И так шли тысячи и тысячи преданных. Придя в дом Кази, Кази увидел их и подумал, испугался. Махапрабху вошел в дом Кази и попросил позвать его. Кази спрятался, боялся выходить. Кази просили выйти, не бойся, выходи, наш Прабху пришел, Нимай. И тогда Кази вышел со смирением, сложив руки в поклоне. Махапрабху сказал ему, ты мой дядя по маме, я пришел к тебе, а ты прячешься. Я же твой гость. О, да, ты мой гость. Я думал, что ты разозлился, и поэтому хотел спрятаться. Я думал, что все вы пришли убить меня. Нет, нет, нет. Все эти люди пришли к тебе с просьбой. Почему ты хочешь остановить нашу санкиртану? О, на самом деле я не хочу, просто люди жалуются. И Махапрабху сказал, с сегодняшнего дня мы бы хотели попросить тебя не стараться остановить нашу санкиртану. И тот сказал, да, я обещаю, что если кто-то придет жаловаться, я прогоню его. Поэтому ступайте и беспрепятственно совершайте санкиртану. Посмотрите, насколько милостив Махапрабху, даже Кази начал плакать. Видя доброту Махапрабху. И он вынужден был сказать, что не будет больше, то есть я прогоню тех, кто будет жаловаться. Махапрабху спросил, зачем ты убиваешь коров? Тот сказал, ну, в Махабхарате сказано, что некоторые из муни-риши действительно это делали на яги, на ягьях. И Махапрабху ответил, риши и муни, которые приносили в жертву коров, очень могущественные. После того, как они убивали ради жертвоприношения корову, она обретала новую жизнь. Как в случае с Джамадагни Муни, это отец Парашурамы. Джамадагни Муни говорит, «Мой сын, ты убил свою мать,
Джамада Агнимуни сказал: «Сын мой, иди убей свою мать». Парашурам тут же взял нож и отрубил ей голову. И своих братьев он тоже убил, потому что отец сказал это сделать. Потому что он сказал: «Они меня не слушаются, убей их». И тогда Джамада Агнимуни сказал: «Я доволен тобой, проси у меня любое благословение». И тот сказал: «Я хочу, чтобы все они вернулись к жизни». Второе: «Я хочу, чтобы они забыли о том, что я убивал их». Джамада Агнимуни сразу же согласился. И все ожили. Отец, все ожили. Мать, все братья. Они как будто бы спали. Проснулись. То есть в то время Риши и Муни были настолько могущественны, и Махапрабху привел их в пример. Да, они приносили коров в жертву. Тем не менее, потом они получали новое рождение, новую жизнь. Но в твоих, в Коране, по Корану вы просто убиваете, убиваете, убиваете. И вам придется отправиться в ад на вечность, на вечно. Махапрабху обнял Кази, Кази плакал. И с тех пор Кази никогда не выступал против Махапрабху, даже против преданных Махапрабху. Как мы знаем от нашей Гуру Варги, Кази — это Камса. Это шлока, которую я произносил вчера. Постепенно мы будем обсуждать ее, и вы сможете осознать, насколько превосходна аватара Гауранги. Джагай и Мадай. На них жаловались все подряд. Они были пьяницами, преступниками. Но когда они, в тот день, когда они хотели убить Нитянанду, тогда же они получили освобождение. Нитянанда и Харидас получили наставление от Махапрабху каждый день ходить от двери к двери и распространять святые имена. Если люди не будут принимать вашу просьбу, но вы должны просить их повторять, вы должны давать им совет повторять святые имена. Нитянанда размышлял: «Прабху сказал давать святые имена всем и каждому». А Харидас Такур говорил: «К Джагай Мадай не подходи, они пьяницы, разбойники». Но Прабху же сказал всем подряд давать. Поэтому почему мне им не посоветовать воспевать святые имена? И местные тоже предупреждали его: «Не ходи, не ходи к ним, они убьют тебя».
Они сумасшедшие. Но все равно Нитянанда пошел к ним. Они были в одурманенном состоянии, пьяные. Нитянанда пришел и сказал: «Повторяйте Харинам». Махапрабху сказал всем повторять. Кто это нас тут тревожит со своими советами? Поймайте его и убейте. Харидас Такур стал, Нитянанда стали убегать, а Джагай Мадай были толстыми, пытались их поймать. Харидас стал ругаться на Нитянанду: «Ты глупец, мы теперь в такой опасности, я же тебе сказал, не ходи к ним». А Нитянанда оправдывался, но Прабху же сказал идти всем, давать святое имя. В конце концов Джагай схватил глиняный горшок и бросил в голову Нитянанды. Из лба полилась кровь. Из лба Нитянанды потекла кровь. Конечно же, его тело не состоит из крови и плоти. Это лишь для того, чтобы вести нас в замешательство. К примеру, Питама Бишма на поле битвы Курукшетры. Там говорилось, что когда Кришна, в Кришну попала стрела, из, у него потекла кровь. Но что же вы думаете, что его тело состоит из плоти и крови? Конечно, нет. Просто они действуют в точности как люди, как человек. Поскольку если бы Кришна проявлял какие-то сверх... какое-то божественное величие, люди стали бы бояться его и воспринимать как Верховного Господа. А Кришна не хотел, чтобы его воспринимали так. И Браджаваси, вот эта концепция, что Кришна, Верховный Господь, никак не может прийти в сердца Браджаваси. Сколько бы величия... То есть Радхарани никогда не поверит в то, что никогда не будет воспринимать Кришну как Верховного Господа, так же, как Ишодама. Когда Кришна ел глину, Гауранга тоже ел подобную лилу, все стали жаловаться маме Ишоде. Она пришла и сказала: «Я побью тебя, зачем я жжу землю?» А Кришна начал оправдываться: «Все они врут, врут. Оно, открывая рот», — сказала мама Ишода. Тот открыл, и там она увидела бесконечную вселенную, бесконечные вселенные. Она подумала, наверное, в тот момент она подумала, что наверняка в моего сына вселился какой-то дух, какое-то привидение или дух. И она пригласила брахмана, чтобы тот провел очистительный обряд. Итак, мама Ишода, Нанда Баба, гопи, мальчики-пастушки никогда не будут воспринимать Кришну как Верховную Личность Бога, даже видя экстраординарные качества Кришны, они не верят в то, что Он сам Господь. В самом начале Шачима слышала, когда Нимай бегал, звон колокольчиков. Она думала, откуда этот звук? У Нимай не было колокольчиков на ногах. Она посоветовалась с Джаганнатха Мишрой.
В чем дело? Откуда звук? Я тот сказал, наверное, наше божество, семейное домашнее божество, начинает ходить. То есть им было проще поверить в то, что их божество ходит, чем поверить в то, что Нимай являет какие-то экстраординарные качества, какие-то необыкновенные сверхчеловеческие качества. Как однажды Джаганнатха Мишра ругал Нимая за что-то, говорил, я тебя побью, и тогда пришел полубог и сказал, что ты делаешь, твой сын — это сам Верховный Господь. А Джаганнатха Мишра сказал, какое мне дело до того, Верховный Господь или кто-то еще, это мой сын, которого я должен воспитать должным образом. Однажды Тайтик Випра, один браман, который совершал паломничество по разным священным местам, поклонялся Бал-Гопалу и каким-то чудом пришел в дом Нимая, в дом Джаганнатха Мишры. И три раза он готовил. И каждый раз, как только Брама начинал предлагать, Нимай приходил и начинал есть с тарелки для божеств. Тот видел и начинал кричать, опять учиштха, учиштха. Опять все сквернил. А Джаганнатха Мишра просил, пожалуйста, приготовь еще раз, это мой непослушный сын. И тот опять начинал готовить, и вновь то же самое. Тогда уже старший брат Вишварупа, старший брат Нимая, начал просить, пожалуйста, приготовьте еще раз. Похоже, сегодня мне не суждено поесть. Поэтому я буду поститься. Но те настаивали, если ты не будешь вкушать, то и мы будем поститься. И так уже была полночь. Джаганнатха Мишра закрыл на ключ закрыл Нимая. Ключ на замок закрыл Нимая. Браман опять начал произносить мантры, чтобы предложить бхогу. И тогда Нимай вбежал в комнату, и Браман начал кричать, а тот приложил палец к губам и сказал, «Тише, тише, ты же меня сам зовешь, вот я и прихожу». И потом он явил ему свою форму Гопала. «Я есть Гопал, которого ты зовешь, никому не говори». Этот понял, теперь я все понял, никому не скажу. И так до последних своих дней этот браман оставался в Навадвипатхаме. Он никуда не ушел. Он хотел... То есть, таким образом, Гауранга Махапрабху явил ему особую милость. А в прошлый... Завтра мы продолжим наше обсуждение. Мы будем обсуждать одну за другой шлоку. Сегодня мы поздно начали, и времени не так много. Сегодня мы остановимся здесь. Дудантендриюкалосарпапатилипраткатагамстрайате, бихит бидхи мандардишчакитайате.
Vishyam Purna Sukhayate Jat Korona Kataksha Vaivavatam Tam Gaura Megastamu. Tomorrow I can discuss how one by one Mahaprabhu wanted to. Завтра мы поговорим о том, как Махапрабху распространял прему всеми каждому.